Ленни Кардиган ведет репортаж из зоопарка на Капитолийском холме. Мы здесь весело проводим время, шимпанзе... Стоп! Слушай, я не могу так работать. Просто у шимпанзе есть рефлекс. Их привлекают большие светлые объекты. Анджелина Джоли может сделать что-то, чтобы она не выглядела крашеной блондинкой? Светлые волосы – моя фишка. Так же, как твоя фишка – делать вид, как будто терпеть не можешь души. Эдвард Бернс. Нам придется работать вместе, без вариантов. Ты не помрешь, если чуть-чуть расслабишься. Мне вполне хватает веселья. Нет, врешь. Когда это через силу, это не то. У Ленни Кардиган вся жизнь шла в соответствии с планом. Классная квартира, классные мужики, классные фаны. Спасибо. Я могу честно сказать, что теперь моя жизнь совершенна. Папаша Джек – популярный провидец. Соколы выиграют у гусей на 6 очков. Ловите момент. Вообще я в эти штучки не верю. Есть работа, о которой я мечтала всю жизнь, и сейчас... Скажите, я получу ее? Нет. Все это слышали? Соколы выиграют 6 очков, а на завтра пойдет град. И в следующий четверг вы умрете. Мне очень жаль. Я умру? Что случилось? Мне вчера один парень, провидец, предсказал что-то ужасное? Сказал, что я скоро должна умереть. Я не собираюсь умирать. Я думала про жизнь и какой во всем этом смысл. Смотри на это иначе. Видишь, так гораздо лучше. Ты пытаешься меня склеить. Я даже не думал об этом. Теперь. Если ты поменяешь всю свою жизнь, твоя карма тоже изменится. Господи, как тяжело было устроить все как есть. Пора прекратить планировать. Вот чокнутое, то, что нужно. И начать жить. Меня приняли. Она не умрет. Она получила эту работу, а значит, вы ошиблись. Если она умрет завтра, она не получит работу. И я буду прав. Жизнь. Или что-то вроде того.